Хей, йога, с вами Шимки. Мы продолжаем проходить игру под названием Ори. Как вы помните, мы научились использовать способность рывочка, водяного рывочка. Да, теперь мы в воде тоже можем делать рывки. И я должен понять, куда мне идти. Наверх сюда, во-первых. А почему я должен заново сражаться с ними? Ну ладно. Нет, энергию нужно немного подэкономить. Пьем. Окей. Ништяк. Плюс хпшка. Мы еще потом сюда зайдем, типа, когда будем задание сдавать. Так, а что здесь у нас было? Подождите. Хотя бы вспомнить надо. А, тут ничего точно. Пью. Вау. Так и при... Опа, да, вот здесь меня убило. Но теперь не убьет. Слишком медленная. Изи. Think about this easy. Так, внизу что-то есть, и мы знаем, что здесь нужен песочек. Ни хрена там! Ну ладно, в принципе, но не такое домашнее. Как я сначала подумал в голове у себя. Странное место. С Квоком что-то не то. Поспеши. И куда мне надо? Стоп, я энергию забыл там. А вот и сила. Квок, я отыскал. Вот тут попорщей. Да ладно. Даже так? А куда текать? А меня кто-то предупреждал? Квот, ты гомнюк. Может быть, я тебя смог пройти бы сразу, без ошибок. Да уж.
Кволак. Зайчик, мы пришли. Это что, был типа мега скримак? Да ладно, нихера себе. Ладно, я понял. Сори, Кволак. Но я под водой умею плавать, ты ж не забывай. Опа, вот это вот опасная херь, я понимаю. А, я ж хилиться теперь не могу, ребят. Вон в чем херня, понимаете? Бац! Бац! Бенц! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, подожди, в этот... Да, там было что-то. Думаю, лучше отхилиться. Твой свет горит все ярче, дитя. Силе леса больше ничто не угрожает. Было не вернуться, здесь мы бессильны, но мы по-прежнему можем дать Нивену второй шанс. Найди все огоньки, пусть они снова будут вместе. Амоки? Приглядывай за ними вместо меня, приглядывай за этими краем. Кто знает, может это под силу лишь тебе. Да ладно, он умер? Да ну, серьезно. Ну, его не жалко, ладно. Так, у нас есть три огонька, ребят, теперь. Так, вы нашли новый огонек, сила леса, максимальный запас жизни и энергии возрос. Потерянный в раю, задание выполнено. Так, теперь нам, короче, нужно вернуться будет. Я вот никогда не понимал, какого черта враги появляются в зонах, там где были боссы. То здесь, а да? Угу. Типа думали, я не успею. А я успеть.
Вы думали, мои не успеть, но я успеть. Так, подожди, мне нужно посмотреть. Так, сейчас мы быстренько сюда заедем пока что. Я, как понимаю, тут что забыл забрать. Да? Сверху вон, да. Так, не получилось. Получилось. Так, и там что-то вода какая-то была. Но я сюда не пошел. Ну тут мы были с вами. Получается, я изучил, мне только нужно осталось сюда вернуться. Так, мне нужно на ровной поверхности это сделать. На ровной поверхности и телепорта... Ай, стой! Я сейчас ступил. Гонки, 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 гонки. Я забыл о гонках. Ладно. Так, стоп, это не здесь. А, вот. Ну, погоди, не точно. Так, гонки. Окей, вниз, сюда, по ровной, наверх. Выпульнуться. А как я туда попаду? Ладно, если что, я просто за духом поеду. Бля! Бля! Да подождите, я думаю. Подожди, а как туда можно было еще попасть? А, ну в принципе... Легко. Главное на шариках не затупить. Заново. Я говорю, там сложность только в этих тупых шариках. Ну какого черта? Thank you.
Подожди, а как он оттуда выпрыгнул? Так, вот это вот... Окей. Не, здесь я понял, что я мог бы его и так обогнать. Интересно, как он реле это сделал? Я-то ладно, а как он это сделал? Я просто за счет времени все выполнил. Так, она сохранится. Так, я с тобой уже говорил, да? Если что, ему можно сетку будет принести, наверное, это как раз задание. Ты мне, я тебе. Но если что, я запомнил этого парня. Так, мне сюда надо. Нет, мне просто дальше. Нет, не лагай. Иди купайся. Он шарики ломал. Ну, ладно. Кволок умер. Но что же теперь делать нам, Кмоки? Великий хранитель, самый мудрый наставник. И самый заросший. Я слишком слабая для таких путешествий. Но все же должна задать ему последний. Так, почести. Давным-давно Кволок подарил мне вот это. Пожалуйста, отнеси этот амулет к его озеру. В лощине. Амулет, вы нашли... Так, Волк когда-то подарил этот амулет маленькой Моке, чтобы та стала храбрее. Мудрость, мудрость, мудрость. Отнесем. Так, а теперь давайте смотреть, что да как. В смысле 93? А где тут еще не был? Ну, вот здесь еще не был. Нет, это 7% хотите сказать? Ну, окей. Ой, к примеру. Окей, это 7%. Это 1%. Но здесь больше никаких стен нету. Ну, по крайней мере, я не вижу. А то что? В принципе, мы можем просто вернуться. Как сюда пришли? Потому что, считайте, мы сейчас все равно в воду будем прыгать. Так, подожди. Так, так, так. Здесь я смогу... Ау. Призы пошли. Замечательно. Так. Окей. Добро. Нам нужно отнести сюда, да? Кстати, так, найти один огонек.
А, мы можем сейчас сюда тэпнуться, сюда чекнуть, сюда посмотреть. Как раз мы с вами не потратим времени, считайте. И потом уже отправимся с вами нормально, спокойно в горы. И нужно посмотреть по предметам, я тебе, ты мне. Что там имеется в виду и какие мне еще предметы надо. Короче, понял. Ну, как отпереть? А, кнопка. Кнопка действия, прикиньте. А нет, эти моки прибыли в упадке. Они каменели, как и сам лес. Печальная судьба. Ну хотя бы... Окаменевшая кукла. Вы нашли новый предмет для задания. Эту серую окаменевшую куклу кто-то когда-то очень любил. Да, печальная судьба у моки. Блин, даже песня, знаете, тут такая грустненькая, блядь, идите в жопу, все. Нет, не растрогайте меня. Подожди, я тут уже был? Короче, кнопка атаки это тоже действие. Все. Теперь мне нужно вернуться к тому челику. Правильно понимаю? Бесите. Найди того, кому нужен горячий обед. А кому жрачка нужна здесь? А, в горах, может быть, слушайте, горячий же сказано. Мы сейчас в следующей серии в горы пойдем, поэтому, может быть, там кого-то нужно будет. А сейчас мы тэпнемся, поговорим с тем мужичком. Сходим. Или сразу к леснику сходить. Посадить семя. Как вариант. Ты скучаешь по дому? Иногда я просыпаюсь и чувствую, будто и не ходил. Мы жили в славной избушке, на полках и в ящиках было полно семян для посадки. Когда пришла метель, я попытался унести их все. Надеюсь, ни одного забыл. Как успехи дух? Получилось найти семя? Да. Прилипало. Неудивительно, что это семя очутилось так далеко. Видимо, какое-то... Так. Видишь, какое оно липкое? Семена этой травы распространяются, прилипая к прохожим. Тогда приступим. Нужно запомнить, где они хотя бы вырастут. А я в тот домик все равно мог попасть. Но иным способом. В детстве я как-то дождался покоя, пока брат...
уснет, и посыпал ему голову ее стеблями. Я явно их недооценил. Бедная матушка потом несколько часов пыталась все это вытащить. Но у меня больше нету. О, вот как раз на избушку мы скоро пойдем. Как вариант, я могу сейчас прокачать все наши умения. Рад тебя видеть. Ну, давай. Ну, типа, камон, у меня до хера этих. Хотя, минус 4000. Быть начеку. Знаешь, дух, мне уже было казалось, что все и правда налаживается. Для какой надежды покинуть невед вместо с духом? Акволок не переставал верить. Он стольких спас. Я сдаю все, чтобы его труды не попали даром. Но сейчас мне очень одиноко, я буду по нему скучать. Давай, а я что-то могу сделать? Не могу, мне нужно 6. Уже все как следует из... Давай, мне нужно еще один найти. А хотя я мог карту бы купить. Ну ладно уже. Духи ушли, мои деревья пали жертвы упадка. Одно за другим. Но ты вернулся и нашел дом. Так это было. Дух? Как там в тихом лесу моя семья? Это кукла моего ребенка. Но она окаменела. Нет. Мне пора домой. Теперь я войду в дом. Плюс соточка. Долгий процесс выхода из дома. Выхода из дома. Он вышел. У меня только одного еще нету осколка. Наносит больше урона и отталкивает цель дальше. И этому еще шляпу надо найти. Оп, тихо. А-а-а, нихера себе. А вот теперь я как раз могу еще построить домики. В натуре. Давай. У меня есть, да, я хочу. Крыша над головой. Надо построить еще несколько домиков вон на том большом дереве. У костра. Отлично, прямо сейчас я начну. А чем больше домиков, тем больше муки. Нельзя же все на кволока сваливать. А еще что? Вперед и вверх. Муки очень любят дома на деревьях. Давай построим еще несколько. Ну, блин, 8. Лучше все. Но у меня их нету. Что сделать меня виноватым, что я домики муки не построил? Ну, в принципе, здесь самое большее было этих семечек. Мне осталось сюда как-то попасть, но там ни хера нету, как бы. Или там же есть что-то. На него у нас выходит с вами еще 2-3 серии. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и...
Давайте я проверю и закончу. А, наверное, появится, когда я моки сделаю. А, нет, смотрите, можно войти. Тихо. Тихо. Сейчас серию закончим. И всем пока.